Спортивное поздравление от норвежского консульства. Скандинавы решили в преддверии столетнего юбилея Мурманска провести легкоатлетический забег. Они стартовали от таймера, установленного в сквере на пяти углах, а финишировали у здания дипломатической миссии. Рядом с таймером на пяти углах собрались 24 норвежца в спортивной форме. Все в футболках с надписями «Мурманску 100 лет». Это подарок консульству от городской администрации. Ответ граждан Северного Королевства оказался симметричным. Поздравить областной центр со столетием скандинавы решили пробежкой. В ней участвуют все сотрудники консульства. Таким образом, норвежцы стараются поддерживать здоровье, чтобы работать на благо укрепления отношений между приграничными странами. Я вообще, когда у меня будет время и желание, я бегаю. И мы даже строили так у нас, что у нас есть спортивный час. Называется спортивный час, но на самом деле это часа полтора в неделю, чтобы все могут тогда заниматься тренировкой, спортом, как они хотят.